Они испытывали, но на при испытании 17 человек не будет. Нет, испытатель обычно один был. Может, что-то подделали, может, подбили. Не знаю, посмотрите, навряд ли. Войны-то не было в Ульяновской области. Конечно. И в Самаре не было войны. Это они. Опа! Так, Альберт, а ты почему? Застегивай куртку и давай тут. Ну, прелесть ведь, смотрите-ка. А там вообще прелесть. У ребят-то? Да. Я думаю, на медведя вроде не похоже. Они говорят, обезьяна. Обезьяна. Что это они сделали? Едва качаются мировые фонари, глаза прощаются, надолго изучаются. И так же ясно. Слава женщине моей, вы в глаза ее взгляните, как спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее, с синим маяком, и тогда желанный берег из тумана выйдет к нам. Ты меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тот ручей у янтарной сосны, где туман так потнеет кусочек огня, а костра ждает, представьте меня. Клен шумит над речной волной, говорили мы о любви. Ни Шурочки, ни Шурин, ни Шурин. Я был при бою берез,
пойду. Привет! Нет, нет, опять.